Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Смерть Зиянура глубоко потрясла Алиасова. Они вместе с Эйлюль едут туда, где все началось, чтобы там рассказать ей всю правду. Однако на дороге их ждет неприятный сюрприз. В больницу поступает женщина без удостоверения личности, которая вынудит Эйлюль вновь опекать свою младшую сестру Ипек. Несчастный случай, произошедший с Селимом, вынуждает Алиасова, как врача, принять самое сложное решение. Эйлюль дает ответ на недосказанное предложение руки и сердца Алиасова. Посмотреть 15-ю серию можно будет 13 октября.